А вас уже домой с концами отправляют? Нет. Вас что, потом опять забрать будут? Кого у вас? Это меня просто на пару дней домой, чтобы я типа дома побыл. Как в чем я на вас? Нет. Тьфу. Какой там навсегда, ты же смеешься. Пока а я знаю домой. Так, все зависит от этих русских нахуй. Нас, блядь, 8 лет, блядь, и продолжают ебать дальше. Ну, зато нахуй Мариуполь строится. Мариуполь, Министерство Украины, блядь. Они же, блядь, в Россию просто ебать. Россия, блядь, нами прикрывается, нахуй. Мы на передке стоим, блядь. Эти чепушилы, блядь, найди, нахуй. Так, все, давай не про политику, хорошо? Да просто, блядь, я знаю, что вы там все любители этой России. Попроси поставлять чуточку потише. Не мешает. Обязательно. Пойди попроси. Это по вам или нет? Нет. Это вы? Нет. Это по вам? Нет. Дурачок? В смысле? Нет. Есть население. Украина, Россия, блядь, ДНР. Спрашиваю, блядь, это по вам? Нет. Ну, не по вам. Говорю, так. Дурачок, нет. А что, просто воздух стреляют? Кто? По укропам стреляют. Так говорю, блядь, это вы или от вас? Нет. Да, это турма. Но это и не мы, и не от нас. А кто, блядь, третий? Мы не русские. Ну, короче, я тебе так скажу. Нас тут наебывают по полной. Почему? Ну, получается, как бы, за то, что мы стоим на передке, нам же доплата должна быть, там, 20 тысяч. Ее нету. То есть, почему? Нас тут, ну, потому что нас тут нету. Ни по каким документам. Статус участия в действии никто не получит. А чего вы бочку не поднимаете? А что ты сделаешь? Ну, типа, просто завалят где-нибудь и все. Знаешь, как то говорится? Война все спишет. И да. А, ну так и есть. У меня там дома лежит планка оперативной памяти для компьютера. Стоимостью в 5000 рублей. Представляешь? Ничего себе. Прикольно, говорю. Да. А еще? Ну, это в Инакиево. Станция, подключаемая к телевизору. Я не знаю, она там, наверное, Android-приставка самсунговская, блин. Проверить просто не было возможности. Просто бомбезно. И еще вот две приставки андроидных тащу. Одна на 3.32, а другая на 1.8. Это я слышу. Жалко, правда, телевизор не доехал. Так вот, мы же тут находимся 2 месяца. А, ну да. 2 недели там должны же менять. А у нас этого не происходит, а знаешь почему? Потому что, блядь, 30-летние, мужики, блядь, боятся, блядь, сюда ехать. У них, блядь, очко играет. Прикинь? А я в свои 20 лет должен тут находиться. Меня почему-то, когда с Волчанской ехал, меня никто не спрашивал, хочешь ты или не хочешь. Мне поставили перед фактом, что я еду. И все. Никто не спрашивал, хочу я этого делать или нет. И не смотрели на то, сколько мне лет. 30 или 20. Короче, пипец.
переезжать. В одни машинка нужна. Я это сделаю. Папа приедет, посмотрит. Ну, я не знаю. Покупать смысла нет. Да нет. Мне фен нужен. Кто нужен? Да фен ничего, но там стоят понты. Да я тебя сюда привезу. Ой, не надо, ты мне уже телевизор привез. Сука, телевизор зажал, капец. Сука, телевизор сгорел. Ты пока привезешь? Ничего, у меня зато... Мне что, голову мотылять? У меня зато есть эти... Андроид приставки две штуки. Нахуй.